Новосибирская автомобилистка Наталья Сафиуллина уже во второй раз прославила наш мегаполис. Сначала выиграла региональный этап конкурса «Название лучшего водителя такси», уехала в Чечню на финальное испытание и уже там во время творческого конкурса высмеяла состояние наших дорог. Теперь эти частушки поют не только в Новосибирске. Говорят, что нет дорог, я бы мог по локоток, а я езжу, не грущу, по квадратам пляшу. Юмористические частушки хоть и понравились участникам конкурса, но все-таки расстроили некоторых новосибирцев. В комментариях под видео они начали ругать женщину, мол, зачем позорить родной город, нам тут и так тяжко. Кстати, Наталья не попала в тройку лучших водителей такси России. Ее обошли мужчины, и они частушки не пели.